Будем ждать побед и от наших юных кикбоксеров. На ринге Дворца спорта имени Коноваленко сегодня стартовал традиционный турнир за кубок главы администрации Нижнего Новгорода. 130 спортсменов из 17 клубов города и области в течение нескольких дней будут выяснять имя сильнейшего. Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях по правилам «Лайт-контакт». Зачет идет как в личном, так и в командном первенстве. Заметим, что среди участников есть действующие победители и призеры первенства мира, которое прошло в Италии. У нас неоднократно нижегородские спортсмены завоевывают, ежегодно нижегородские спортсмены завоевывают призовые места на первенствах, чемпионатах, кубках России, Европы и мира. И вот в этом году ребята приехали с первенства мира, которое проходило в Италии, и завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Имена победителей Кубка главы администрации Нижнего Новгорода объявят в воскресенье 12 октября. Добавим, что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная Нижегородской области для участия в Кубке России, который пройдет в Саратове в конце этого месяца. Григорий Ожигин, Ренат Бикбаев, «Объективно спорт», ННТВ.